Хорошо, хорошо. Вы имеете на это право. Мы россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на нашем стекле машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Вот я хочу, чтобы все казахстанцы, которые поддерживают Россию, посмотрели это. Как раз водитель с вот этого автобуса, казах, сказал, что нам здесь не рады, русские, убирайтесь отсюда, вы фашисты. А муж у вас, он гражданин Казахстана? Да, уроженец России. И нафига он это... Не принят такой закон, вызванный тем, что Казахстан находится в сфере влияния российской политики, и не желая ссориться с северным соседом, они не принимают такой закон, потому что по этому закону придется уже включать политическую составляющую этого запрета, а это, я думаю, не понравится Кремлю, и тогда могут быть неприятны. Нашли автомобиль со свастикой. Сейчас будем вызывать полицию, разбираться. Так, вот патруль подъехал, сейчас будем разбираться, узнавать. Нет, убери Z, проезжай транзит, Россию поделишь, все, обратно цепляй и все, что? Кто тебе что скажешь, что ли? Сегодня Z, завтра ты танком зайдешь сюда своим знаком Z, понимаешь? На мою землю, на казахскую землю. На моем казахском земле, понимаешь, Олег, давай лучше вместе вот этот Z уберем, вместе с водителем. И все, мы разбежались.